Первый президент Украины рассказал о быстрой кончине России Украина бывшей СССР. 17:40, 18 декабря 2018 года первый президент Украины рассказал о быстрой кончине России. Первый президент Украины Леонид Кравчук фото, Евгений Котенко, РИА Новости. В случае оккупации всей территории Украины Россия прекратила бы свое существование в течение года. С таким заявлением во вторник, 18 декабря, выступил первый президент Украины Леонид Кравчук, руководивший страной с 1991 по 1994 год. Слова экс-главы государства приводит. Украина останется Украиной. Никто ее не сможет одолеть. Представьте себе, что Россия сошла с ума и оккупировала Украину. Через год России бы не стало, указал Кравчук. Он объяснил, что для того, чтобы держать Украину в покое, России потребуется направить туда половину своей армии и выделить на эти цели почти 70% государственного бюджета. Предрек министр внутренних дел страны Арсен Аваков. Также, по его словам, в случае начала агрессии военное положение в ряде регионов Украины будет продлено. Военное положение в нескольких регионах Украины, граничащих с Россией Приднестровьем Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, а также во внутренних водах Азовско-Керченской акватории было введено в конце ноября. Согласно подписанному главой государства Петром Порошенко указу, военное положение будет действовать на территории этих регионов в течение 30 суток с 26 ноября по 26 декабря. Причиной введения военного положения послужил произошедший 25 ноября инцидент в Керченском проливе. Пограничное управление ФСБ России задержало три корабля военно-морских сил Украины катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Ян» и «Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайтесь!